Привет, друзья! Находитесь вы на канале «Отдых от Адая». С вами, как всегда, Ксюша. Привет! Александр. Отдыхаем мы, значит, в солнечном Египте, в Шарм-эль-Шейхе. Ребята, посмотрите, какие красоты открываются. Сейчас мы чуть ближе познакомим вас с отелем. Сафир. Сафир Waterfalls Resort. Шарм-эль-Шейх. Пробежимся тут буквально быстренько для того, чтобы вы ориентировались, если вдруг вы запланируете в данный отель заселяться. Ресепшн, в общем, что относительно ресепшена? Вот я утром выходил, было 8:30 утра, лобби-бар, кстати, лобби-бар уже кофе, можно все пить, значит, но не алкогольные напитки. И заселили наших соседей, вот заселили наших соседей, ты как раз там прическу наводила, там это. И они говорят, вот мы приехали буквально полчаса и 8 часов, да, в 7:30 они приехали, 8 часов их уже заселили, ничего они не доплачивали. Вот, шопинг здесь есть, ну, понятное дело, космос. Ребята, это такой громаднейший здесь столовая, ресторан, как кому. Это бар, тут можно посидеть, но тут, в общем, скажем так, коктейли готовить не умеют в этом именно баре. И что касается вина, да, то оно платное. Вот, а в целом коктейли... Спасибо. А в целом коктейли в этом отеле прям вообще очень классные. Вот панорамные окна с этого ресторана выходят, собственно, вот на эту такую прекраснейшую территорию. Видите, здесь бассейны, бар в бассейне, обстановка такая пока. Тут градусов 24-27 температура воды. 27 здесь близко нету, здесь где-то 23-24 градуса из-за солнечной, чисто из-за солнечной стороны, но он не подогревается. Ну, в общем, такая температура. В принципе, как в нашем предыдущем отеле была температура подогреваемого бассейна. Панорама. Панорама, ребят. Давай пройдемся. Я хочу оттуда вот панораму. Я прям вообще... Давай. Ну, я вот смотрю на море отсюда и прям, я не знаю, вот восторг. Ребята, конечно, вот мы с Ксюшей вот каждый год ездили в Хургаду в феврале. Да. Это вообще наш топ-курорт был для февральского отдыха. И первый раз мы поехали, изменили своим правилам, поехали в Шарм-эль-Шейх. Вот, ну, я думаю, в Хургаде в декабре-январе хватило нашего отдыха, поэтому... Да, мы только, собственно, оттуда практически, ну, Хургада Марсаламу, с той стороны прилетели. Так что, конечно же, уже мы хотели посмотреть Шарм-эль-Шейх, потому что давненько здесь не были. Ребята, вы посмотрите, какие виды! Ребята. Это все территория данного отеля. Она реально громадная. Ну, вот тут территория этого, Монтемара через забор. Санрайз Монтемара. О, там тоже вот... Что тебе вот это все? Не, вот это вот красота, конечно, ребята, просто ощутите эту мощь. Ощутите данной красоту. Красоты, да? Да, да. Но мне вот эта вот каскадность данного отеля, вот я... Сейчас вот навскидку не скажу, но напоминает мне отель не в Египте, а отель в Турции. И вот это вот прогулочный такой, этот крыша прогулочная, это не променад прогулочная, а крыша прогулочная такая. В общем, ну вот реально напоминает отель в Турции. Ну, очень хороший, красиво. Классный, зеленый отельчик. Здесь такие виды. Ребятки, сейчас поедем на таком фуникулерчике. Да, сейчас на мы пляж. С вами прокатаемся на фуникулерчике. Поедем на пляж. Оп, ребята, и попадаем мы на водопад. Сразу фуникулера выезжаем. Нас встречает такой вот красивенький водопад, посмотрите, чисто, здесь очень все чисто. Так, ребята, в принципе, до пляжа тут уже рукой подать, но я хочу сказать, водопад искусственный, и, значит, по вечерам он не работает, фонтан тоже, кстати, по вечерам отключается. А вот днем, конечно, это... Зрелище нечто. Очень красиво.
Значит, территория отеля просторная, скажем так, просторная, большая, возможно, большая, но мне кажется, более подходит слово просторная. И что относительно заселенности, на данный момент отель заселен на приблизительно 45%. Что по этим бассейнам? Бассейнов тут вы можете видеть, ну, я уже насчитал штуки 4. Вот. Будете считать вот этот отдельный, который загражден, раз? Ну, то, вот они, смотрите, тут видно, что бассейн этот не убирается. Скорее всего, вот он... Нет, тут вода такая. Ну, от солнца прогретая. Ну, она не, он не подогреваемый. Не подогреваемый. А какой же шлиф тогда подогреваемый? Возле нашего номера. Это самое важное. Мы видим, даже бассейны не подогреваемые. Но лежаков, зонтиков здесь много. Ксюш, у тебя будильник? Да, надо просыпаться. Ой, конечно. Покажи, ну как красиво, ребят. Журчание этого водопада, конечно, на фоне моря, бассейна. Начинается солнце, анимация, 10 часов. Такая, ну вот с одной стороны территория вроде бы и зеленая, с другой стороны очень много дорожек. И вот подходит данный отель, кстати, для отдыха, для пожилых людей и людей вот с ограниченными возможностями. Но здесь даже есть спуски для людей с ограниченными возможностями. Мы это обязательно покажем сейчас. Да, вот на фуникулёре мы ездили. Да, это даже первый. Вот на пляж идти. Вот, здесь у нас бильярд, настольный теннис, все бесплатно. Значит, а-ля карт, ресторан. Вот, тут надо записываться, тут даже на обед проходит отдельный, скажем так, обед. И сюда нужно записываться. Без да. записи на обед сюда не пропустят. Так, тоже зона, где меняют карточки на полотенца. Ну и самое интересное. Доброе утро. Самое интересное, это, конечно же, пляж в данном отеле. Несмотря, вот меня удивляет, почему тут постоянно висят красные флаги. Вот, мы видим, что нет ни ветра. Ребят, посмотрите, какой променад. Променад просто. Здесь просто шикарный вечером пройтись, прогуляться. Здесь, конечно, очень круто. Да, значит, ветра мы видим, что нет, но при этом, при всем висит красный флаг, скорее всего, просто лень его менять, потому что, ну, купаться можно. Ну, мы купаемся при красном флаге, никто нам не запрещает, спасатель сидит и ведет тоже свой видеоблог, глядя, как ведем видеоблог с моря мы. Вот, смотрите, это одна из лагун в данном отеле. Вот, мы к ней еще вернемся. Отлив, посмотри, какой отлив с утра. Ты помнишь вчера, какой да, был? Да. Вечером прилив, прилив, да. Вот, мы сюда еще вернемся. Сейчас пойдем прогуляемся. Дальше. Музычка играет, бары работают. По барам тут баров много. Единственный момент вот по этому пляжу, что туалет только находится вот здесь, вот в вот этой соломенном здании. Доброе. Доброе. Вот, людей, посмотрите. Вот теперь видно, что люди на море. Да. И тут уже все занято. Солнышко припекает. Тут как-то дайвинг есть. Потепление такое, да, пошло? Да, тепло, классно. Классно, люди отдыхают. Вот. И соседний Монте-Маре. Со своим громадным пирсом. Здесь вход с понтона уже. Ну, кстати, данный отель подходит и для отдыха с детьми. Здравствуйте, здравствуйте. Можно ребеночка обуть в каралочки и поплескаться в море. Так, ребятки, смотрите. Пойдем, пройдемся, покажем заход. Давай, давай. Опа-на.
Класс. Солнышко в ленту, море в ленту. Ребята, смотрите, безветренная бухта. Все вот эти входы в море сделаны как в скалах. Везде все загорожено. Зимой загораете, отдыхаете. В общем... Крутая бухта, что тут сказать? Солнце светит нещадно. Ветра, как вы видите, слышите точнее, тоже такого мы не ощущаем. Ветра практически вообще практически нет. Но я вот иду, ветра, но сказать, что он есть, я не могу. Ребята, вы же слышите, что в камеру ветра нет, а море волнуется. Не, да, это классно. Ну, кстати, вот такое море, очень удобно купаться. Класс. Люди вон купаются, уже шнорклят. Да, люди, кстати, снорклят, но я хочу обратить внимание, то, что сейчас отлив, и смотрите, большая часть кораллов над... Опа, я на серфе. Мы на серфе, да? Оп. Покажи, как мост. Вот в такие дни жалею, что тут понтон, а не пирс. Вот, и смотрите, видно кораллы прям... Когда волны проходят, видно, как они открываются. Ну, а моречка, конечно, красивая. Цвет очень интересный. Глубина, значит, здесь, как нам сказали, 15 метров. 15 метров – это заход именно с этого понтона. Как бы мне сейчас в одежде не оказаться в воде. Вот, но глубина идет очень резко, поэтому, значит, буйки расположены очень близко. Но поплавать рыбок, посмотреть, очень интересно, конечно. Смотрите, какая красота. Очень круто. Так, ребятки, сейчас еще покажем один кусочек замечательного пляжа. Тут тоже, смотрите, сколько людей. Ну, хочу сказать, что этот пляж подходит только вот для первой половины дня. Вторая половина дня тут из-за того, что горы закрывают, ну, горы, громко сказано, ну, в общем, вот эти вот обрывы закрывают, и тут образуется тенек, и только солнечные пару шезлонгов вот в самом начале этой лагуны для загара. Да, скорее всего, вот ты правильно говоришь, лагуна это можно назвать, потому что для детей здесь вот даже у них детки что-то в песочке строят, играются. Действительно, это место больше для детей подойдет, для которые сюда прилетели, семьи с детками. Ну, он мужчина без кораллок ходит себе спокойно. Ну, это какой-то храбрый мужчина. Все-таки ежи никто не отменял, потому что их здесь не видно, но на самом деле в песке их здесь достаточно много есть. Так, ну тут еще и каменистый сам заход. Я разуюсь, попробую водичку. Ну, с утра я тебе хочу сказать, водичка приятная. Да, не холоднее, чем в бассейнах. Класс. Люди заходят как с пирса, так и с этого захода, который вон он. Такой по досочкам. Сейчас я прогуляюсь, покажу вам. Буду идти по воде. Чем хорош этот заход? Он такой постепенный, тело у вас адаптируется. Ну вот посмотрите, их, видите, никто не чистит, поэтому они вот все такие обросшие мохом. И вот если без специальной обуви, то будет очень скользко. Поэтому лучше одевайте кораллочки. Покажу вам еще немножко этой красоты. Посмотрите, восторг, конечно. Значит, покажем сегодня, чем же кормят туристов на обед в данном отеле. Мне нравится. Мне хочется внимание обратить на дизайн этого отеля. Ребят, ну, достаточно такие интересные дизайн, такие вот громадные ракушки. Ну, интересно, смотрится красиво. Так, смотрите, сколько людей. Зал большой, да? Да, есть свободные столики, проблем никаких я не вижу. Сейчас посмотрим, что же тут у нас на обед. Мне нравится вид, который открывается. Тут вид открывается как на бассейн, так и на море. Море, да. Вы кушаете, наслаждаетесь. Вороны летают в зале. Да, кстати, странно. Ну, идемте смотреть. Здравствуйте. Здравствуйте.
Что интересного? Вижу много зон. С какой бы начать? Ну, давайте начнем с зоны салатов. Как-то так интересно, да. И этот и гуава, и апельсин. Сразу идут огурцы, морковь, помидоры, салатики. Как вы видите, разнообразие фруктов с овощами, можно так сказать. Сладости. Дальше, да, чизкейки, клубничные сладости пироги. С двух сторон, кстати. Так, здесь показали. Ну, с этой стороны. Во, какой большой торт. Вкусно должно быть сырное. Чизкейк, да? Да, чизкейк. Так, посмотрите, поваров много. Рабочего персонала здесь точно достаточно. Так, это я так понимаю. Ой, мы не с той стороны смотрим. Да, с другой стороны название. Вот, рыба, запеканка, да, спасибо. Тушеные овощи. Картофель. Картофель, паста, говяжий брис. Ага. Курица. Курочка. Как же без нее? Перемешанные овощи, кристальный рис. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Так, здесь у нас зона, ребят, с супчиками. Орза суп. Вот так вот. Кстати, я обратил внимание, что здесь несколько зон. Значит, первая зона – это лобби-бар. Там у нас находится, точнее, не лобби-бар, а бар, который работает в ресторане. Значит, следующая зона с соками, водой. Вот она. И, пакетированные соки. Да, пакетированные соки есть. Да. И третья, вот она, еще чайная зона и те же самые соки и водичка. Да, и мы еще пропустили хлебобулочное изделие. И хочется еще также сказать, что мы вам сейчас такую красоту покажем. Птица. Орел. Из хлеба. Класс. И конь. Ребятки, ну познакомили мы вас немножко с этим отелем. Показали, какая атмосфера царит. В общем, будем заканчивать наше сегодняшнее видео. Вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.